Академия, ведущая духовная школа нашей Святой Церкви. Она носила наименование и императорской, но что нам особенно дорого, она носила название Александра Невской Духовной Академии. И сегодняшний подарок Жураба Константиновича Церетели для нас особо приятен и дорог. Святой благоверный князь взирает на духовную школу, которая еще лишена былого благолепия и красоты. Он взирает со стороны Троицкого собора Александра Невской лавры. Взирает и ждет, что Господь не оставит нашу духовную школу в том состоянии, в котором она сейчас находится, и будет возрожден и исторический, и культурный, и духовный ансамбль нашей духовной школы совместно с Александрой Невской лаврой, которая будет украшать северную столицу нашего Отечества. Thank you.